Отопительный сезон завершен. Однако именно сейчас у управляющих компаний началась горячая пора – этап подготовительных работ к следующему сезону. Управляющая компания «Североморскжилкомхоз» обслуживает более 300 домов в столице Северного флота. Из них 360 оборудованы индивидуальными тепловыми пунктами. Времени на подготовку к следующему отопительному сезону немного. За неполных 3 месяца необходимо установить материалы и провести испытания внутридомовых систем отопления. В настоящий момент осуществляется подготовка к осенне-зимнему периоду многоквартирных домов, находящихся в управлении. А именно идет промывка системы отопления, опрессовка и промывка и опрессовка элеваторных узлов. Необходимое оборудование и материалы уже закуплены. Это новые компрессоры, запорная арматура, трубы разных диаметров и 60 секций водоводяных нагревателей. На эти цели потрачено более 3,5 миллионов рублей. Сформированы бригады для производства указанных работ. Зарезервированы денежные средства на случай необходимости покупки нужных материалов, которые возможны при производстве. Все работы по подготовке к следующему отопительному сезону уже согласованы с органами местного самоуправления, а графики отключения горячей воды с ресурсоснабжающими организациями.